Сидеть дома с детьми и получить профессию может любая мама ребенка, не достигшего 3-летнего возраста. Программа по дополнительному освоению профессии в республике работает не первый год. За это время многие женщины получили новые специальности. Обучение бесплатное, нужно лишь желание. Подробности в нашем сюжете. Екатерина Захарова – мама двоих детей. Младшему исполнилось 2 года. Несмотря на то, что по образованию она связист, после окончания курсов собирается работать маникюршей. Узнала, что вот есть такая программа для мам в декрете, можно пройти обучение бесплатно. Пока была такая возможность, решила обучиться, как раз есть свободное время. Потом в дальнейшем планирую начать работать по специальности. Специальность очень востребованная. Осваиваем технику маникюра, европейский маникюр, обрезной маникюр, наращивание ногтей, покрытие лаком, укрепление. Еще одна ученица центра «Аспект» Анастасия Лаврентьева. Она выбрала профессию парикмахера. По времени обучения это направление самое продолжительное. Занимает около 5 месяцев. Нахожусь сейчас в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. И от биржи труда предложили бесплатные курсы парикмахеров. Как раз сидя дома, узнать что-то новое, очень хорошая возможность. У нас семейный подряд. Мама работает парикмахером, скоро на пенсию уходить, хочу ее заменить. Кроме этого, в центре «Аспект» молодые мамы могут выучиться на повара, бухгалтера, специалиста по охране труда или стать швеей. Занятие бесплатное, весь необходимый инвентарь предоставляется. В период обучения выплачивается стипендия. Цель обучения – это восстановление профессиональных навыков, повышение уровня компетенции после длительного перерыва в работе, связанного с рождением ребенка. Учебный план по многим профессиям включает не только теоретическое освоение материала, но и организацию производственной практики на предприятиях города. Всего в 2019 году повысить квалификацию или получить новую профессию могут около 400 молодых матерей республики. Для этого им нужно получить направление в центре занятости по месту жительства. Татьяна Трофимова, Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.